Привод отлипуновый. Открытая трешка. Покровка неточная, но на подборе доминирует Останина и добавляет 2 очка. Там целая серия промахов у Либерти. Очень долго они не могут попасть по кольцу. Правда, все подборы в нападении забирают. Просто все. Ну и в итоге Татьяна Власова разряжает обстановку своим 3 очкам. Столько подборов в атаке нельзя отдавать. Ой-ой-ой-ой, защита на трешка Милютиной с фолом. Фолом забивает Дарья. Эндуан для Останиной. Да, Валерия продолжает разрывать. Да, конечно. Ух ты, Куликова со средней разрядилась. Это было неожиданно. Открытая трешка от Липуновой после заслона. Ну и размена не было. Размена не попала. Покровская реализует трехочковые. Шахова, конечно, невероятный объем работы проделывает эти четверти в атаке. Да, но всегда есть такая опция, как подбор в нападении, когда у тебя есть Останина. Так, не с первой попытки, со второй элемент забивает в этой атаке. Это 60 не имеет в целом в матче. Ни одного игрока до сих пор не было к этому моменту. Но сейчас есть возможность у Останина десятку набить. Да, делает дабл-дабл Валерия, 10 плюс 10 у нее. Так, Останина напомнила о себе. У нее не было еще блокшота во второй половине. Первые 3 блокшота она сделала до первой 2 четверти. Четвертый. Потом вы посмотрите на процент Липуновой, на процент Останиной. Да, то есть вроде бы тоже элитный центровой, один из лучших центровых этого дивизиона, а процент просто ужасный. Поэтому процент... Шахова, отличная передача. Ну, вот сейчас как раз Куликова не попала в кольца. Ой. Ну и на этом тоже все. И 8 Милюдина еще. Ну там посмотрим. Полина Шахова очень хороший матч провела. Ну а Дарья Милюдина, если ничего не путаю, выбила свой сезон хай в этом сезоне. Ну и, соответственно, поскольку Милюдина играет первый сезон в ВБЛ, то и карьер хай. Не припомню, чтобы она 8 очков до этого набирала. По-моему, это ее рекорд по сезону.